Терминал принимает только банковские карты или смартфоны, которые поддерживают бесконтактную оплату. Достаточно приложить устройство к терминалу у кондуктора. Деньги списываются с карты, а пассажир получает чек-билет с датой и стоимостью покупки. Пин-код при этом вводить не нужно. Около 3 месяца назад внедрили расплату через платежные карты. Я так понимаю, что это дело вызвало положительные отклики у горожан. Ориентировочно с 1 апреля месяца мы то же самое внедряем и в автобусах. Все автобусы, которые более-менее у нас современные, будут оснащены такой же платежной системой. Терминал установят в 23-м маршруте, затем в 28-м и 17-м, который идет до садов в районе 3-го Калийного.